Сегодня в галерее «Серебряный век» развернулась выставка избранных произведений участников 12 кокелевских международных пленэров. В творениях дивных кокелевских пленэров цветет Чувашия моя. Так называется сегодняшняя выставка. За 12 лет в творческих сессиях приняли участие 139 представителей разных школ изобразительного искусства из России, Белоруссии и Украины, среди которых народные художники, мастера и юные дарования. Какого уровня, высочайшего уровня здесь представлены художники? Какого высокого уровня участвуют художники в нашем пленэре? Большой особенностью нашего пленэра является то, что мы хотим через наши картины, через художников показать, что Чувашская республика многонациональная, в которой проживают представители 128 народов, они проживают в дружбе, мире, согласии и уважении. С 2007 года кокелевский пленэр проводится ежегодно в честь одного из зачинателей чувашского профессионального искусства Алексея Кокеля. Выставки проходят на его родине, в селе Тарханы Батыревского района. Сегодняшнее мероприятие посвящено столетию образования Чувашии. Впервые на выставке работа народного художника Украины Виктора Ковтуна. Портреты космонавтов из Чувашии. Центральное место среди них, конечно же, отведено Андреяну Николаеву. Его кистью много лет назад написанный портрет организатора Кокелевского музея в Тарханской школе Валентина Сергеева. Это большое дело, что украинские художники в то время к нам могли приезжать и работать свободно. Когда он выполнил эту работу, я посмотрел, конечно, мне понравилась эта работа. Художник, он, конечно, не для себя это рисовал, я думаю. Он хотел показать тархановцев, земляков Кокеля. В том числе я туда попал. Кокелевские пленэры будут хранить традиции мэтров и открывать новые таланты.